Они в буквальном смысле смотрят на всех свысока. Приходится, такая уж профессия. Ежегодно в третье воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают все, кто связал свою жизнь с небом, будь то их работа или увлечение. Ивановский аэроклуб традиционно приглашает в этот день всех желающих отпраздновать вместе. Ивановский авиационно-спортивный клуб ДСААФ России, он традиционно проводит этот праздник. На празднике выступают летчики, парашютисты, авиамоделисты. Высота необъятная, непознанная и опасная, но ничто, как она, не манит молодых и любознательных. Тех, кто жаждет острых ощущений. Неофициальный рекордсмен Есюнихи Михаил Лезов начал заниматься парашютным спортом еще мальчишкой. Сейчас на его счету уже около 7500 прыжков. А страсть к небу все не проходит. Небо манит, так сказать, новыми ощущениями, скажем так. Редко кто там бывал, но кто там побывал, это уже забыть очень сложно. Поэтому рассказываю другим людям, им тоже это интересно. Люди приходят сюда, начинают этим заниматься. А так, ну что сказать, ощущений очень много, и все в основном положительные. Когда под крылом самолета целый город, это незабываемое ощущение свободы. Только летчик с многолетним стажем может описать это чувство. Трюки, вызывающие восхищение публики внизу на земле, результат долгой выматывающей работы летчиков. Еще когда я приходил в авиацию, у меня был инструктор, была такая тщательная поговорка, что в авиацию приходят романтики, остаются работяги. Для того, чтобы вот выполнить эти красивые полеты, это проходит не один час тренировочных полетов, это десятки потов, сошедших с тебя, это колоссальные нагрузки. Вот. Но в итоге всегда бывает приятно, когда людям нравится свое выступление, нравится то, что мы показываем. За долгие годы своего существования Ивановский аэроклуб воспитал немало талантливых летчиков и парашютистов. И по сей день свои первые прыжки и полеты здесь совершает множество отчаянных покорителей неба. Высота – вот что всегда в моде. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.